Тольяттинский потрошитель, Олег Рыльков, российский маньяк-педофил. Жертвами преступника становились малолетние девочки, чаще всего блондинки, которых мужчина насиловал извращенным способом, а некоторых убивал. Начиная с 1992 года изнасиловал около 40 несовершеннолетних девочек и убил 12 человек в городе Тольятти. В 1998 году был пойман и приговорен к расстрелу. Однако из-за введения моратория она впоследствии была заменена на пожизненное лишение свободы. В 2022 году в ходе следствия ему было добавлено еще 10 лет лишения свободы, которые в конечном счете ничего не меняют. Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо за внимание.